не путал кливер со стакселем, фал со шкотом или камбус с килем. Точно так, так. Но тысячу крабов мне в мозги. Я болтаюсь по этим трем этажам и коридорам, как лодка в открытом море. Но ничего же не понятно. Ну, этого я не учла. Ну, давайте все начнем сначала. Шумового оркестра? Это бум-бум-бум-бум, цам-цам, шкреп-шкреп. Нет, начнем с главного. Ах, с главного, да? Ну, так бы сразу и сказали. Продолжаем наш праздник, торжественный вечер, посвященный прощанию выпускников со своим музыкальным домом. По-нашему, по-понятнее, ну по-пиратски. Ах, по-пиратски? Хорошо, попробуем перевести. Самый главный был замечен в каждой точке своего корабля. От камбуса и до киля, с усилиями титанические. Команду свою воспитывал и плеткой высококосной, и макаронами по-гармонически. Под разными ветрами, у диез веста, до бемоль оста. Вызывал душевный трепет у парусов незалатанных, палубы немытой, инструментов непочиненных. Капитан музыкального ранга высшей степени, наш директор Владимир Викторович Козлов. Кто-нибудь видел, чтобы кораблем один человек управлял? Не видел. Но там помощники всякие нужны. Боцманы, квартирмейстеры. Стоп! Ну так это же корабль! Не думаю, что управлять школой намного проще, чем кораблем. Это вы точно подметили. Конечно, у капитана были помощники-заместители. Они и путевой журнал вели точно. События не путая, даты соблюдая, происшествия не утаивая. И героев битв музыкальных отмечали великое множество, избытка не ведая. И лихие начинания поощряли светлым наклонностям команды подворств. Наталья Геннадьевна Редина. Бойца невидимого фронта из администрации персонала школы, благодаря которым она процветала, звучит наш следующий музыкальный подарок. На сцену приглашается Мария Калашник, выпускница 2019. Для вас прозвучит украинская баллада «Пернатая».